И мы сегодня будем делать с вами вторую перегонку. Но вот зачем нам медная РПН-ка, сейчас вам точно расскажу. Друзья, вы на Самогон ТВ, с вами Алексей. На этом канале мы делаем такие напитки, чтобы ваши друзья попросили бутылочку в подарок. И сегодня у нас вторая перегонка на замечательном аппарате Luxtal 8M. Но вторая перегонка непростая. Я специально приготовил вот такой вот моток медной РПН-ки. Мы не будем гнать на колонии, потому что у нас вторая перегонка ароматного зернового дистиллята виски. Мы будем делать с вами виски на Luxtal 8M, вторую перегоночку, чтобы сохранить ароматику и все вкусовые вещи. Поехали! Друзья, первое, что нам надо сделать, вот эту царгу, она здесь стоит не с СПН-кой, ее нужно набить вот этим медным пужом. Для трехдюймовой царги 1,3 метра это пыж. У меня вот здесь вот уже развернута рулеточка. Сейчас мы будем с этой рулеточкой мерить нашу РПН-ку. Я ее вот сюда положу, будем отмерять 1,30 м. Вот у нас 1,10 м и еще 20 сантиметров. Вот так будем сейчас резать. Резать будем над полотенчиком, чтобы потом это все аккуратно вытряхнуть. Потому что я вам сейчас покажу кучу медных таких маленьких проволочек, которые отваливаются. И вот эти проволочки, они очень опасны для вашей электроники, если что-то куда-то попадет. Будьте аккуратны. Сворачиваем медный пыжик наш. Аккуратно, без фанатизма, чтобы вот он шел по такой выштамповке, так можно сказать, да, по профилю. Вот, аккуратненько делаем это. И у нас получится наш пыжик специально для трехдюймового аппарата. Там у нас в конце, как вы помните, в царге есть крестик навернут. И, соответственно, нам... Так, отлично. Кстати, пыжик подошел. Ему мешает упасть термометр. Термометр пока я снял. Вот, а мы режем следующие пыжи. Все, пыжи у нас в царге. Включаем аппарат и начинаем собирать охлаждение. Друзья, я включаю плиту. Включаем наш ТЭН. Плиту вводим на турборежим. Вот, всю конфигурацию собрал. Сейчас я вам ее покажу. Здесь вывел шланг. Пока в баночку нам нужно 900 где-то миллилитров голов собрать. И 10-литровый вот такой бутылечек на основной сбор нашего ароматного. И тело будем до 50% струе гнать. Поэтому у нас будет еще дежурная баночка. И у нас будет контроль уже в конце нашей спиртуозности. Будем смотреть, вот когда сивушные масла будут появляться, будем отсекать. То есть я делаю вот так вот виски. Кто-то гонит там практически до воды, там бочка переработает и так далее. Я не очень люблю, когда сивуха в виски есть, поэтому это мой рецепт. Мы сегодня главное отрабатываем на Luxtal 8M. Зерновой дистиллят, зерновой спирт-сырец, перегоняем второй перегонкой прямотоком с медными РПН-ками. Три пыжа у нас тут в царге. И, соответственно, посмотрим, что получится. Все, прогрелась наша царга, наши медные сеточки РПН, там три пыжа. И, соответственно, у нас пошли уже головы. Я настроил вот такой вот отбор покапельный. Соответственно, это выставил на минимальном нагреве на тене. Плиту выключил, она сейчас остынет и перестанет шуметь, нам мешать. Вот, а мы сейчас собираем головы. Теперь 900 миллилитров голов нам нужно отобрать. После 750 миллилитров голов будем нюхать, смотреть как бы на запах, на аромат, есть ли ацетон и когда можно головы уже переставать отбирать и отбирать уже основное тело. Для этого вот эта бутылочка здесь. Друзья, все, у нас уже головы, смотрите. Огромная банка просто голов, тут 1,5 литра мы сняли уже. Ну, было немножко проблема с синхронизацией, то есть немножко струйкой потекло, там чуть-чуть банку залило, но в целом и дальше все откапало. Так, а теперь мы берем и убираем уже, вот так вот поближе поставим, убираем удлинитель
нашего шланга. Голову я сейчас промаркирую. Обязательно маркируйте голову, потому что опасно. Кто-то подумает, что спирт разбавит, еще, не дай бог, пить будет или что-то еще, чтобы и вы тоже не ошиблись. Вот, и сейчас все. Нам нужно посмотреть, сколько у нас градусов в кубе, сколько у нас там еще много, на самом деле, спирта. Поэтому можно побольше сделать, в два раза побольше сделать, даже, может быть, и больше нагрев, для того, чтобы мы шли уже отбирать наше тело. И по термометру в кубе, по гружному, я буду смотреть, когда мы будем приближаться к 50 градусам, и дальше уже буду нюхать и поменяю тару и буду отбирать хвосты на максимальной мощности. Не переключайтесь, будет интересно. Друзья, перед тем, как мы продолжим, проверьте, пожалуйста, подписочку на канал, прожмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и перешлите это видео своим друзьям, кто интересуется самогоноварением. Те, кто имеет возможность и хочет поддержать канал Самогон ТВ материально, переходите на страницу Boosty Самогон ТВ, там эксклюзивный контент для платных подписчиков. Спасибо вам огромное, мы продолжаем. Ну вот, наша перегоночка подходит к важной точке. Сейчас уже почти 50 градусов, 52 еще градуса идет в струе. Спиртуозность очень сильно падает, быстро падает, температура в кубе растет. То есть примерно рассчитывайте, что 92 градуса это как раз в кубе. 92 градуса Цельсия в кубе, вот именно внизу в погружном термометре. Если у вас сырец доходит до этой точки, то это как раз 50 где-то градусов спиртуозности, примерно плюс-минус. То есть, ну, проверьте на своем аппарате в своих условиях. Здесь может повлиять и высота над уровнем моря, температура в помещении и много-много чего другого. Вот, я до 50 градусов сейчас собираю вот в эту баночку. А остальное, наверное, еще от 50 до 40 возьму еще одну банку, соберу хвостик, такой предхвостье, посмотрю потом, понюхаю, разбавлю водичкой его, хотя оно уже будет примерно там 40 градусов питьевое. Вот, и дальше остальное соберу уже в большой вот этот вот флакончик. И таким образом дальше уже скупажирую, посмотрю, где мне остановиться. Но это мой способ, друзья, то есть это способ, когда не хочешь, чтобы хвостики были. Кто-то, наоборот, гонит до воды, потому что говорит о том, что бочка там хвосты переработает, кто-то чуть-чуть загребает хвоста. Вот, поэтому здесь каждый делает виски как хочет. Мы с вами отработали вторую перегонку ароматной браги, то есть это зерновая у нас брага, также надо делать с ромом, также надо делать с, например, яблочной брагой на кальвадос или виноградной на бренде на коньяк, да, или на чачу, если это из отжимок. Отличная скорость перегонки, очень удобно все это делать, просто освобождаете одну царгу, несколько ПЖ медных вам на РПНке нужно будет докупить. И, соответственно, 2-3 ПЖ достаточно. Больше не надо, всю царгу забивать ПЖ-ами РПН не надо. Как говорят, обдерет вкус. Но и меньше там 2 тоже не советую, потому что вы, когда увидите, достанете эти ПЖ после перегонки, вы увидите всю красоту медного ПЖ, то есть он будет весь черный у вас. Мы с вами сделали вторую перегонку на Люксталь 8М. Аппарат мне очень нравится, я вам рекомендую, проходите по ссылке, по QR-коду, по ссылке в описании, используйте мой промокод самогон ТВ2023 для того, чтобы получить специальный бонус, подарок, в подарок набор прокладок. То есть все прокладки, которые есть у вас в аппарате, имеется в виду клампы, прокладки на 3 дюйма и на полдюйм, на дюйм, все вот эти прокладки вы получите бесплатно по этому промокоду. Используйте, пожалуйста, если вы решили приобрести этот аппарат. Проверьте подписку на канал, переходите по ссылкам на телеграм-канал, мы там общаемся, и заходите обязательно на страничку на Boosty, там можно поддержать различные проекты Самогон ТВ, если у вас есть такая возможность. Пересылайте это видео друзьям, быть добру, увидимся!